Доброе утро, голубушка, как спалось? Здравствуйте! Какая неприятная эта особа. Да ты не переживай. Терпи. Приехала на похороны мэра. К вечеру Бог зачем даст. Зачем ей эти похороны? И уедет. Индюков надо загнать. Как настроение? Да. Как спалось? Ну, спасибо. Проходите. Там уже самовар закипел. Давай, давай, угощай гостей. Слезайте. Хорошая у вас индикция. Хорошая. Чаек горячий. Да разве у нас одни индики? Вы бы видели, какого я кабанчика приобрел. Чистый английский беркшир. Милый, не беркшир, а йоркшир. Ну почему же йоркшир, если йоркшир. Беркшир? Дорожок, пожалуйста. Хорошо вы живете. Да? Мы хорошо живем. А что нам остается? Да, он не герой. А что он мог сделать? И кто имеет право требовать от него геройства? Знаете, сударыня, я делал все, когда можно было хоть что-нибудь делать. И сегодня никто, слышите, никто не имеет права меня упрекнуть. Конечно, каждому свое. Смотри на эту штучку. До свидания. Спасибо за все. Приходите в гости, милочка. У нас будут пироги с капустой.
Субтитры
Добрый день. Здравия желаю. Я свободен. Угу. Располагайтесь. А спать на постели в сапогах не положено. Ну, да это другим. А вам можно. Ты откуда знаешь, что мне все можно? Знаю. Приказано. Вы человек казенный для отечества. Значит, можно. Так, так и. Все позволено. Ну, а водку? Разрешается. А карты? А сколько угодно. Вот со мной можно. И тут еще один коленник. С ним тоже. Приказано. А что, нельзя? Открывать окно нельзя. Из камеры выходить, чтобы не увидел кто. Не разрешается. Угу. Да. Новенький? Так точно. Значит так, сюда кресло, портрет государя, давай место чайника, самовар и водки. Слушаюсь. Сейчас.
Нормально? Давай. Так. И еще. Хорошо. Вот. Хорошо? Как тебя звать? Коленик. Коленик? Черт с тобой. Пусть будет коленник. Докладывай. Я... Ну как ты стоишь? Ной, ной! Ну! Крадешь? Кормишь борщом с червями? Бьешь морды, на арестантах рубашки черные. Крыса ты мокрая, обсосанная мышь. Кругом беспорядки, ну ёс. Ага, кашель. Громче кашель. Громче. А, кашляй. Кашляй. Громче кашляй. Молодец. Громче кашляй. О, молодец. Как просили. Ты открывай водку. А ты стол подвинь к дивану. Ага. Значит так. Подвинься. Садись. Ну садись. Наливайте. А карты где? Рюмки ваши. Служба. А. Ну, будьте. Так, я хожу. Не смотри на меня. Убери свои глаза. Слышишь? Убери глаза свои. А то выцепаю зуба.
Давай, Дрыж, давай, капцы. Я кому сказал, не смотри, вырву солба их. Дай закурить. Как тебя зовут? Иван. Ну как? Иван, давайте лучше сыграем. Иван? Врёшь. Ты крючок. Меня не пройдёшь. Не. Ну, так давайте сыграем. Я вас насквозь вижу, Шерли. Зачем мучаете людей? Думаете, как арестант, так не человек? Может, он лучше вас. Везде грехи принимает муку. И вам денег платят. Смотрите у меня. Смотрите у меня. Я как узнаю о вас. Я 24 часа. 24 часа. Ну что, суд? Пустая формальность. Как Яким? А, скотина. Второй день пьет. Пошли к нему. Яким! Фу! Коленика сюда! Яким! Яким, вставай! Яким, слышишь? Яким, вставай! Работа утром. Ну. Фу.
ты же пьян. А ну, на, возьми. Ну, бери. Бери, опохмелись. Очухался. Я не пойду. Как не пойду? Не пойду. Ты лучше меня? Лучше? Ты сам вешал? Сволочь. Покажи руки. А, чистые. Это я. Я только... Плачь! Зачем вы угождаете? Плачу! Сволочи! Зачем вы меня кормите? Сволочи! Олени! Иван! Держите его! Не подходите! Не подходите! Не подходите ко мне! Не трогайте меня! Иван! Держи его! Иван! Ноги держи! Давай! Давай! Вот так-то лучше! Держите его! Держите! Сусана! Несу. Пришлось подогревать. Все остыло. Ты
и разбрасывала свои кудели по всем углам. Где? Где? Вон где. Второе нести? Не надо. Ты когда-нибудь оставишь свои бордельные привычки? А то верну, откуда забрал. Там Доря. Доря. Иди. Дорик. Доря. Ну, тебя сегодня вызывали? Полиографии 5. А ты случайно не того? Не бребре? Ей-богу, сам везу. А козерогу пару выпили. А кто ж ты такой, козерог? А там у нас один. Дорька Сосновский. Вице-губернаторский сын? Мы ему сегодня здорово намяли. Аж кровь носом пошла. Дорька, ты мне смотри, тронь его еще хоть раз, я тебе дам. Иди, иди учи. Ух ты, ну ты. Вице-губернаторский сын. Завтра нашему Доре 11 лет. Фу ты, ну ты. А я и забыл. Дорик. Доря. Сынок. Не выходит. Фу ты, ну ты, вот ты горе какое. А ну иди сюда, давай, садись, садись, показывай, что тут за зверь такой, за дочка. Ну, вот где? Это. А, понятно. Так, значит так, двое, трое купцов должны были поделиться. Ну вот, и представь себе трех купцов, это же очень просто. Вроде наших, Сруля, Ицика и Пеньки. У второго было денег в два раза больше, чем у первого. Ну, это понятно. А у третьего столько же, сколько у тех двоих вместе. Так что же это выходит? У Пеньки было столько денег, сколько у Сруля и Ицика вместе? Не понял. Слушай, что за дурацкая задачка? Чему их там только в школе учат? Бедные дети, как их там учат? Ну? Вот молодец. Как быстро задачку решил. А ты? Тоже мне арифметик. Несколько рублей разделить не мог. Арифметик. Молчала бы уже, если не умеешь сказать. У меня свои задачки. Побыла бы хоть раз на дежурстве. Кто картуз шил? Шмуль. Сколько взял? 1.20 рубль. Божился, что потерял на этом 30 копеек. Вот сукин сын. Мог бы и рубль взять. А так... Материал хороший, и сшито неплохо. Доброй ночи, папа. Доброй ночи, сынок. Иди, иди ко мне. Иди, мой маленький, иди, мой хорошенький. С
Спокойной ночи. Любимый, да. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спи, спи. Ну, показывай, что ты там купила. Вот это. А? Вот. Ну. Ну и черти что. Как это черти что? Ну, конечно же, черти что. Разве пристало нашему Дорику забавляться вот такими игрушками? Ну, что ты знаешь, кроме своего участка? А ну. Ты бы посмотрел, как Дори до сих пор играет со своими куклами. Вот так штука. Смотри. Ну, я же говорил, черти что. Конечно, ты прав. Дори стал взрослым. Ну, а что ты придумал? Так. Я для него такое придумал. Я для него такое придумал. Даже вице-губернаторский сынок не сможет увидеть того, что я покажу завтра Доре. Ну, Карп, ну почему ты не скажешь сразу? Я для него такое придумал. До самой смерти не забудет. Ну? Долго. Долго будет помнить отца. Состарится, внукам расскажет. Скажет. Вот, мол, был еще ребенком, а мой отец покойный. Ну, говори скорее. Я поведу Дорю смотреть, как будут вешать. Господи, Боже мой. Как можно? Ребенка? Ребенка. Ребенка, ребенка. Ну, ребенка. Именно ребенка. А разве ему не интересно? Ребенок еще лучше запомнит. Он должен иметь впечатление. Чтобы у него остались воспоминания на всю жизнь. Ну вот, например, я. Когда я был еще ребенком, меня взяли посмотреть на расстрел трех москалей. Фу. Так эта картина до сих пор у меня перед глазами. И вот что интересно. Потом, сколько бы я ни видел других казней, расстрелов, они не производили на меня такого впечатления. Ребенок. Ребенок. Так что ж его? По головке гладить, около юбки держать. Воспитывать надо. Воспитывать. Хм. А ты как думала?
А может, и правда. Пусть бы посмотрел. Наконец-то. А кого вешать будут? Сузя, ну ты же знаешь, я не имею права об этом говорить. Ну ладно, тебе скажу, только ты смотри. Никому. Угу. Вешаем женщину, которая бросила бомбу в генерал-губернатора. А ты ее видел? Угу. А она молодая, красивая? Молодая. Карп-голубчик, можно я посмотрю? Где-нибудь сбоку, одним глазком. Ага. Фу ты, ну ты. Вот тебя только не хватало. Я не знаю, как дурю пристроить. Значит, завтра Дуря не пойдет в гимназию. Сделаем ему праздник. Ну, конечно. Само собой, пусть погуляет. Палачом, наверное, Яким. Яким. Распился, стерва. Кто бы мог подумать, выненчил нашего мальчика. Крестный отец. А Дори его так любит. Ну, пора спать. Завтра вставать рано. Дори, пора вставать. Просыпайся, сынуля. Дори, с днем рождения тебя, солнышко мое. Ух ты! С праздником, сынок, это тебе. Спасибо, мамочка. Подержи. Ты сегодня в гимназию не пойдешь? Ура! Ну, сынок,
Поздравляю тебя с днем рождения. Смотри, что мама подарила. Поедешь со мной? Куда? О, это сюрприз. Дорин, Дорин, сынулик, подожди меня. Мама. Возьми шар. Ну, я не замерзла. Давай, иди сюда. Вот так. Карп, ну скажи ему. Ну, не надо. Ну, иди сюда, иди, вот, вот. Внучка, вот так, иди. Ну, а я. Садись, садись. Поехали. Ну. Ты боишься своего директора? Корову? Какую корову? А так у нас директора дразнит. Господа гимназисты, должны вести себя пристойно, ходить в церковь, уважать. Ты ж разбойник! Как ты можешь смеяться над своим начальством? Тех, кто будет заниматься социализмом или ходить после шести по городу. Ну, или ты артист. Семен, давай налево. Ну. А вот скажи, как вы меня в гимназии дразните? Только говори правду, тебе ничего не будет. Ничего не будет. Ничего не будет. Селёдка. Вот ты, ну ты, селёдка. Ну, сынок, давай прыгай. А ты в объезд. Ладно. Пойдем. Пешком пройдемся. Не холодно? Ну и хорошо. А ну интересно, найдешь наш дом? Вон, смотри. Церковь, башня, а вот там наш домик. Понял? Да. Ну пойдем. Ты, Дорик, стой здесь. Смотри и ничего не пропускай. Угу. Здесь тебе будет хорошо видно. Только смотри, чтоб тебя здесь никто не увидел. Хорошо? Вот.
Доброе утро. Доброе утро. Приехал смотреть, паныч? А что? Да ничего. Смотри. Вырастешь, пригодится. Молебен будут служить, сынок? Ага, молебен, мама его. Они ей отслужат молебен. Разве не сказали? Фиба у них. Сегодня видишь мои именины, и он... А-а-а, именины? Хорошо придумано. Повесят барышню сейчас. Молебен, такую хмать. Неправда, ты все шутишь. Шучу, а как же. Как повесят? Совсем повесят? Нет. Не совсем. А только пока ноги не перестанут дергаться. Да кем быстро управиться? Ему не впервой. Откуда ребенок? Убрать! Как же это можно? Успокойся, слышишь? Нельзя тебе здесь. Не нужно. Дурья! Иди в старый! Ах ты ж! Ах ты ж! Ах ты ж, негодяй! Отпусти! Где ты взялся? На мою голову! Уйди! Ах ты ж, змеёныш маленький! Ах ты что придумал, а? Иди! Иди, говорит! Селёдка!
Ой.